Прекрасные дамы уже сегодня начали получать поздравления, и порой это происходило в неожиданных местах, в общественном транспорте, на остановке или прямо на дороге. Эта акция ГАИ стала уже традиционной. В этот раз она прошла в расширенном формате. Цветы от сотрудников в форме получили не только женщины за рулем, но и другие участницы дорожного движения, пешеходы, пассажиры общественного транспорта и даже проводницы поездов. Дамы принимали букеты и поздравления с приятным удивлением и искренней улыбкой, причем удовольствие такого общения, судя по всему, было обоюдным. В Нефтекумском округе разобьют миндальный сад. Экспериментальный проект по закладке питомника реализуют уже в следующем году. Территория для этих целей отведена немалая – 200 гектаров. Деревья весьма засухоустойчивы и хорошо уживаются на каменистых склонах, поэтому хорошо приживутся на востоке Ставрополья. Новые детские площадки оборудуют в Ставрополе в этом году. Проекты реализуют благодаря программе поддержки местных инициатив. В том числе преображение коснется сквера «Дубовая роща». На участке построят площадку с современным детским оборудованием. Там же наладят освещение и установят скамейки. В Ставрополе завершился краевой этап конкурса «Воспитатель года». Участие в нем приняли более 70 человек. Педагоги провели открытые уроки и представили свои проекты. Сегодня для 15 финалистов подготовили итоговое испытание – собеседование в формате ток-шоу с журналистом. Воспитатели отвечали на вопросы, а члены жюри оценивали их знания и умение вести диалог. Конкурс проводится в двух номинациях – «Лучший воспитатель» и «Педагогический дебют». На Ставрополье волна гриппа поутихла. Хорошие новости сообщает краевой Минздрав. Однако в больницах не расслабляются, ведь переменчивая погода еще может спровоцировать рост заболеваемости. Специалисты следят за тем, чтобы в аптеках хватало лекарств и медицинских масок. Но пока с их наличием все в порядке. Ставропольцам советуют не пренебрегать профилактикой и помнить о простых, но важных правилах. Чаще мыть руки, проветривать помещение и правильно и полноценно питаться.